Совместить приятное с полезным. Европейские лидеры выпили пиво после переговоров по Брекзиту. Встречу глав Франции, Германии, Бельгии и Люксембурга запечатлели посетители одного из баров Брюсселя. Люди с большим удивлением обнаружили за одним из столиков любопытную компанию. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Бельгии и Люксембурга зашли выпить пиво после проходивших в среду переговоров по Брекзиту с британским премьером Терезой Мэй. Глава правительства Люксембурга позже рассказал, что посидели хорошо. «Мы ведь тоже люди», — добавил Ксавье Беттель, заметив, что встреча в бельгийской столице дала европейским лидерам возможность совместить работу с удовольствием от местного пива и фирменного картофеля фри.